коуч. А кто вы? Почта. Ну ведь мачеха. Ведьма и есть ведьма. Ну, ключ. Собачья жизнь. Чуть не пропали. Коли бы не ваш огонь, даже не знаю, что и было бы. Ставьте. Ой, спасибо. И чума его знает, когда это все кончится. Конца и краю. Нет этой собачьей жизни. Может быть, с дороги чаю покушаете? Нет, некогда нам чай распивать. 10 минут посидим и поеду, а то на почтовый поезд опоздаем. Вы нам дорогу покажете. Ближайшая деревня Марковка, и та за 5 верст. Года полтора приход упразднили, а тут прежде мой покойный папенька в дичках был. А вон мамаша моя. Так чем же вы живете? При церкви огород есть. И сенокос. Только нам от этого мало приходится. Дядькинский отец Никодим, заведущие глаза, служит здесь на Николу Летнего да на Николу Зимнего. И за это почти все себе берет. Ступиться некому. Врет! Отец Никодим — святая душа, светильник церкви. Ежели что берет по уставу. Сердитая. Ну, ты замужем? Папенька мой, когда пришло им время помирать, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дичка в женихи прислали. Чтобы место за мной осталось. Я и жду. Прощенного в воскресенье 4-й год. Собачья жизнь. Я лихому татарину такое не пожелаю. Ну, я 10 минут посижу и пойду. Нечего им тут спать. С нас же потом спросят, зачем мы их тут держали. Ваше благородие. Ваше благородие! М? Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не того. Спать не годится. Куда ехать в такую погоду? Спать бы и спать. Куда в такую погоду ехать? А почта? А? Ты почту повезешь? Ох. Ты? 5 минуточек мы еще посидим. Все равно опоздали. А может, как раз вовремя и поспеем.
Я тебе поклажу твою помогу донести. Чай бы попили. Да я бы ничего. Все равно опоздали. А вы останьтесь. Какая у тебя шея. Оставались бы. Чаю попили бы. Ваше благородие! Все готово, с Богом! Не замело тебя снегом. Не замерзла ты там на дороге.